Всем привет, ребята. У нас в работе Lexus. Вот такой вот Lexus замечательный. Будем делать шумоизоляцию, небольшой обзор по штатке, что у нас в этом классе дают. Ну вот там кусочек вот под запаской, вот тут квадратик. Так, поехали дальше. Что у нас в дверях? Вот в дверях такую где-то 6-миллиметровую шумку положили. Ого, толстенная такая вообще. 6 миллиметров толщина. Но очень мало. Поглуше так, ну так, не сильно звенит, но все равно. Звон такой, будь здоров. Так, что у нас спереди? Тут спереди тоже чуть-чуть. Вот здесь кусочек кинули. И здесь кусочек кинули. Ну вот, это все. Толщина приличная, да. Но звенит тоже прилично. Все-таки японцы не очень балуют свои автомобили шумоизоляции. Ну вот в салоне тоже накидали. Одним словом, будем делать шумоизоляцию. Будет тихо, комфортно. Берегите уши, друзья. Всем пока.